Добрый день, уважаемые янаульцы. Хочу до вас довести информацию о ситуации на рынке труда по Янаульскому району. Ситуация на рынке труда по Янаульскому району относительно стабильная. В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, количество граждан, обращающихся в центр занятости, увеличивается. На сегодняшний день количество безработных граждан составляет 265 человек. Зарегистрировано 415 человек. Уровень безработицы на сегодняшний день составляет 1,13%. Личный прием граждан в центр занятости приостановлен. Прием ведется в дистанционном режиме через портал «Работа в России». Для того, чтобы зарегистрироваться в центре занятости, для гражданам необходимо через портал «Работа в России» подать заявление и заполнить резюме. Остальные сведения специалисты центра занятости по межведомственному запросу будут запрашивать у других учреждений. Также хочу рассказать вам о пособиях, размерах пособиях, а также о сроках получения пособия по безработице. Постановлением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года под номером 346 определены размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице. С 30 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице составляет 1725 рублей, а максимальный размер пособия по безработице составляет 13 949 рублей 50 копеек. Также постановление правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года под номером 460 утверждены временные правила. По этим временным правилам центр занятости сегодня работает. В целях социальной защиты граждан, признанных в установленном порядке безработными, в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, постановлением правительства установлено, что гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными, начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, пособие по безработице в Республике Башкортостан в апреле, в мае, в июне 2020 года устанавливается в размере 13 949 рублей 50 копеек. Гражданам, уволенным по любым основаниям, впервые ищущих работу, ранее не работавших, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного более одного года перерыва, прекративших предпринимательскую деятельность, самозанятость и признанным в установленном порядке безработными до 1 марта 2020 года, действуют условия и сроки выплаты пособия по безработице, установленные статьей 31 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года под номером 1032-1. То есть для данной категории граждан действие постановления Российской Федерации от 12 апреля 2020 года под номером 485 не распространяется. Кроме того, гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными с 1 марта 2020 года и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле-июне 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей. Хочу сказать, что те граждане, которые были уволены до 1 марта 2020 года, они вот этот увеличенный размер пособия по безработице не получат. Получат увеличенный размер пособия по безработице только те граждане, которые были уволены с 1 марта 2020 года. Если возникнут вопросы, вы имеете право позвонить в центр занятости, уточнить все вопросы.
то и получить ответы на все ваши вопросы. Телефон горячей линии 52909. На этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо за внимание. Берегите себя. Оставайтесь дома.